Okay, всем привет! Я работаю в Sigma Ukraine и занимаюсь разработкой e-commerce приложений. И последний год где-то мы активно используем в наших проектах CQRS и OneSource. Об этом хотел немного рассказать. Кто-то вообще слышал такие слова CQRS и OneSource? Окей, кто-то писал код с помощью CQRS? Тогда, если что-то будет непонятно, сразу говорите, я буду более подробно останавливаться, чтобы могли дальше двигаться. Для начала коротко, что такое CQRS. Да? Расшифровывается это как Common Query Responsibility Segregation. По-русски мне сложно это перевести. Ну, приблизительно разделение ответственности между командами и query. Query, то есть чтение данных. Это архитектурный паттерн, а в .NET сообществе его ввел и активно продвигает Грегори Янг. И основан он на принципе CQS, который очень похожий, называется Common Query Separation. Его ввел еще Бертранд Майер в седом 88 году. И говорит он о том, что когда мы пишем наш код, то все наши функции в программе или методы, они должны разделяться на два типа. Это всегда или команда, то есть метод, функция, которая меняет состояние нашего объекта или системы. Или query, то есть функция, которая возвращает какие-то данные, но при этом не меняет состояние системы. То есть это важно. Другими словами, вопрос не должен менять ответ. Да, то есть при неизменном состоянии системы или какого-то объекта в нашей программе один и тот же, одна и та же query должна возвращать всегда один и тот же результат. Command Query Responsibility Segregation принцип выносит этот CQS принцип на более высокий уровень, на уровень приложения. И говорит о том, что уже отдельные компоненты нашего приложения также должны выполнять какую-то одну функцию. Этот компонент должен обрабатывать команды, то есть заниматься изменением состояния нашей системы, или заниматься возвращением данных, то есть query, да, чтение данных, при этом этот компонент не должен их менять, то есть не должен менять состояние нашей системы. Зачем это нужно вообще? Если мы взглянем на типичное приложение, ну, если очень утрированно, то, как правило, это какой-то storage, то есть база данных, какой-то слой логики, модель, да, с которой мы работаем, которая абстрагирует от нас эти данные, и клиент, который работает с этой моделью для реализации какого-то поведения. В чем возникает проблема здесь? В том, что, как правило, когда программист делает эту модель, он ее делает как бы в одном виде, да, и использует ее для обоих операций, для обоих типов операций, и для записи данных, и для чтения. Для простой модели это, как правило, не представляет каких-то проблем. Чем сложнее логика нашего приложения, чем оно сложнее само по себе, чем больше, тем у нас начинает, тем больше возникает проблем, связанных с тем, что то, как нам считывать данные, отличается от той модели, которую мы используем для изменения. Да? То есть, когда мы меняем данные, нам важны какие вещи? Транзакционность, консистентность, какие-то валидации, бизнес-правила и так далее. Когда мы считаем данные, нас волнуют немного другие вещи. Это быстрота, то есть перформанс, это возможность, может быть, scalability, да, то есть прозрачность, простота, как можно проще, быстрее получить какие-то данные в том виде, в котором они нам нужны. Спроектировать одну модель, которая будет удовлетворять обоим этим довольно противоречивым функциям или задачам довольно сложно. И так как это сложно, то это редко получается хорошо, особенно на больших проектах. Это приводит к тому, что очень часто один из, наверное, самых популярных антипаттернов, которые встречаются в enterprise программировании, это анемичная модель. Да? То есть когда наша модель, наша программа вырождается в набор каких-то классов, entities, сущностей без какой-либо логики. Это просто набор каких-то свойств, которые любой может менять, и любой может брать из них какие-то данные. Работать с такими анемичными моделями, на первый взгляд, очень просто. То есть мы хотим и меняем данные, сохраняем через там, какой-нибудь entity framework базу данных, хотим считываем. А какая здесь возникает проблема? Да? То есть вот
пример реального кода из реального проекта, который, кстати, шведы писали, это e-commerce система, где как бы есть понятие заказа. Да? Если мы посмотрим на эти два метода, это action и receive сайта. Ну, наверное, все знают, да, что такое receive mutation. То есть первое это get action, где мы показываем детали какого-то заказа, ну, конкретно которого ID-шник, order number. И во втором методе мы апдейтим его тоже. То что здесь происходит? На get мы обращаемся в наш сервис, да, доменный. Этот проект, кстати, постулирует использование DDD, да, Domain Driven Design. Кто-то слышал, что такое DDD? То есть, казалось бы, DDD, да, богатый домен, богатое поведение, логика, но вот такой вот код. То есть там есть все артефакты DDD, DDD, есть сервисы, есть агрегат руты, value object, application сервисы, репозитории и так далее. При этом, когда мы считываем order, мы обращаемся в наш сервис, он возвращает нам объект order, доменный объект. Этот объект через автомаппер маппится на ViewModel, ViewModel отдается в View, там рендерится, и на пост происходит обратное преобразование. Да? То есть к нам приходит ViewModel, эта ViewModel обратно маппится через автомаппер. Все слышали, что такое автомаппер? Маппится на нашу доменную сущность, и через тот же сервис сохраняется, и как бы все хорошо. В чем тут проблема? Сказать, что конкретно здесь происходит, наверное, просто так, глядя на код, нельзя. Да? Что такое, что делает update order, какие данные он обновляет, зачем он это делает, почему, какой это вообще бизнес-сценарий, что означают эти изменения для нашей системы. Наверное, понять это можно только если мы там, в дебаге начнем прокликивать это все, смотреть, что там за данные меняются, почему. Еще больше информации нам даст UI, да, то есть когда мы зайдем на эту страничку и посмотрим, что же там пользователь может делать с этим ордером. А в результате получается, что какой-то логики в нашем приложении, ее становится очень мало. Эта логика, она вытекает, так как она никуда не девается, она вытекает на интерфейс. То есть, как правило, пользователи знают о том, как работает наша система лучше, чем программист. Конкретно в этом случае, наверняка на этой страничке, пользователь, если ему хочется, например, заканцелить этот заказ, у него там будет какой-то дропдаун, да, он выберет статус ордера, нажмет save. То есть наш пользователь знает о том, что чтобы заканцелить ордер или ордер, который заканцелен в нашей системе, это ордер, у которого статус cancel. То есть если мы захотим поменять эту логику каким-то образом, то нам нужно будет менять интерфейс и впускать новый какой-то user guide, иногда учить наших пользователей работать с нашей измененной системой заново. Это плохо, и хотелось бы, чтобы логика поведения нашей системы она была внутри нашей доменной модели, а пользователь просто говорил нам, что, собственно, сделать. Да? Если заканцелить ордер, то, пожалуйста, заканцели его ордер. Причем здесь CQRS, и что он вообще говорит? То есть он говорит о том, что нам одну модель нужно разделить на две, ну, в самом простом случае. Это доменная модель, то есть логика нашего приложения. И ее задача только хендлить команды. Да? То есть вводится понятие команды. То есть команда это, ну, понятно, да, то есть какой-то месседж, который говорит о том, что сделать, и несет в себе данные, необходимые для того, чтобы выполнить это действие. То есть задача нашей доменной модели, если мы работаем, например, по DDD, это обработать команду, изменить как-то состояние нашей системы или, наоборот, сказать, что эта команда неприемлема и заканцелить, да, вернуть exception. А с другой стороны, у нас появляется read-модель, то есть компонент архитектуры нашего приложения, который отвечает только за чтение данных. Этот компонент, ему нельзя менять эти данные, он занимается только чтением. Да? И есть клиент, который может делать только две вещи – отсылать команды и читать данные через нашу read-модель. Это все, что он умеет. Если тот же пример мы перепишем с использованием CQRS, то он будет выглядеть примерно вот так. То есть, когда мы показываем детали ордера, мы обращаемся в read-модель, в данном случае order query service, который нам вернет объект DTO, то
то есть куда-то данные object с данными, необходимыми нам для того, чтобы отрисовать детали заказа пользователя. И если пользователю нужно сделать какое-то действие, то есть, например, заканцелить наш ордер или в этом случае добавить продукт в заказ, то это будет конкретный какой-то action, вся сущность которого сводится к тому, чтобы отправить команду к нашей доменной. То есть мы формируем объект команды, месседжа, и через какой-то сервис или очередь, еще каким-то образом, через какой-то транспорт отправляем его в нашу доменную модель. Мы можем дожидаться ответа, можем не дожидаться ответа, это зависит от нашего приложения. Я позже немного поговорю о том, почему это лучше, да, и какие выгоды мы получаем. Также, если мы посмотрим на современный веб-магазин, так как мы занимаемся e-commerce, приложениями это для нас это очень актуально, то, зайдя на главную страничку такого веб-магазина, мы увидим, что чтобы тестовать эту страничку, нужно очень много данных, очень много query. Это и данные о каталоге, и о текущем пользователе, и о ценах, и о дисконтах, и так далее. Очень часто даже нужно фильтровать и менять эти данные на основе пользователя. И так далее. То есть такие приложения, они очень тяжелые именно на сторону query. Для одной команды, например, на этой страничке затригерить, наверное, нельзя. То есть зачем нам строить модель, которая ориентирована на команды, да, то есть на работу с данными, на изменение данных, и при этом в 99% случаев использовать ее для чтения. А по факту так очень часто происходит, потому что программист, нас всех учили в институте, нужно нормализовывать базу данных, нужно строить по ООП хорошую модель кода. Он задумывается именно о нормализации модели с точки зрения команды. Да? О чтении он задумывается потом, когда начинает использовать эту модель в реальном приложении, чтобы прочитать какие-то данные. Это приводит к огромному количеству джойнов, к плохому перформансу, нужно вводить какой-то кэш и так далее. Какие же values или преимущества дает нам CQRS? Это возможность, самое главное, отделить логику нашего приложения от репортинга, от данных. То есть мы фокусируемся на логике именно вот в той доменной модели, которая обрабатывает команду. И эта доменная модель, она ничего не знает о том, как эти данные потом используются дальше, как они считываются. То есть мы можем писать код этой модели очень чисто, да, и правильно по правилам ООП, Solid и какие угодно. Инкапсулировать логику, реализовывать какие-то сложные бизнес-процессы, бизнес-флоу, там, бэкграунд какие-то процессы, валидацию и так далее. Все это мы можем делать правильно, при этом не задумываясь о том, как же нам потом эту модель использовать для чтения. Это очень сильно освобождает руки программистов и приводит к очень красивому коду и вообще оптимальным решениям. Для каких проектов подходит это? Да? То есть это подходит для сложных доменов, то есть приложений, которых логика довольно сложная. Или компонентов наших приложений. Я немного скажу об этом попозже. То есть там, где наше приложение это просто редактирование каких-то данных, заморачиваться этим, наверное, не нужно. Да, не нужно использовать EDD. Возможно, какой-то Entity Framework или другой ORM с очень тонкой постройкой над ним валидации, это то, что нам нужно. А если в нашем приложении много логики, оно большое, в нем много бизнес-логов, и та доменная модель, которую мы будем строить в этом приложении, она потом дальше будет использоваться и развиваться, то нам выгодно потратить много времени и сделать эту модель хорошей. CQRS позволяет это сделать. Также я хочу сказать немного о том, что такое команда. Команда – это сообщение. То есть обычно, когда разделяют клиент и сервер, очень часто используют работу в стиле RPC, да, Remote Procedure Code.
Команда — это не удаленный вызов какого-то метода, это сообщение. А значит, с этим сообщением можно делать разные прикольные штуки. Его можно записывать, его можно воспроизводить, его можно засовывать в очередь, да, ну, все что угодно. То есть это тоже дает очень свободы много в проектировании, короче. Также выгода в том, что клиент наш становится очень тонким. То есть и я, наверное, и вы видели очень много приложений, где как бы есть вот этот, да, слой логики какой-то. При этом, когда заходишь в код самого веб-сайта, там, ну, просто какие-то монстроподобные конструкции, логики там полно, да. Казалось бы, зачем нам выделять этот слой, если вся эта логика течет и выливается в какие-то здоровенные там методы в нашем веб-сайте. То есть в случае Figures веб-сайт или другой клиент, desktop application, мобильный application, он становится очень тонким. Да? То есть вся его задача — это отсылать нам команды и читать какие-то данные у нас. Все, больше он ничего не делает. То есть если это MVC, все экшены, они вырождаются в три строчки кода. Это тоже способствует очень робастному, хорошему дизайну и меньшему, да. Разделение труда. Наша доменная модель, когда мы выделяем ее от репортинга, она становится чище, меньше, и ее писать гораздо проще. И эту задачу мы можем дать очень скилловому программисту, да, то есть нашему синьору или, возможно, какому-то архитектору. И он вместе с бизнес-аналитиком, с клиентом будет заниматься разработкой именно вот этой доменной модели. То есть он будет делать правильно, хорошо, и у него получится модель, которая отражает реальное поведение нашего бизнеса, что само по себе очень ценно. В то же время репортинг — это такая задача, которая ее можно отдать там, каким-то джуниорам, да, студентам для практики и так далее. То есть все, что им нужно, это просто прочитать данные из нашего хранилища, как-то их показать на сайте и все, собрать потом input от юзера и послать нам команду. То есть код, который они напишут, будет неоптимальный, но он будет работать, скорее всего, хорошо, потому что он довольно простой. И что самое главное, потом мы сможем эту лид-модель переписать, если мы хотим, очень свободно, не оглядываясь на какие-то последствия. То есть две наши модели, они эволюционируют как бы отдельно друг от друга. Да? Мы можем применять разные решения в разное время, в разных моделях, никак не боясь сломать что-то в другой модели. Они друг о друге практически ничего не знают. Это тоже очень сильный инструмент, который позволяет эффективно разделять труд и потом жить своим приложением, рефакторить его, редизайнить и так далее. Хотелось бы немного сказать о том, о практиках, которые мы пришли и считаем хорошим, когда мы используем Secures. Я забыл сказать, что после доклада я покажу небольшое демо, да, то есть там будет код и будет более понятно эти вещи. То есть что самое главное, это то, что очень большое внимание нужно уделять проектированию, то есть этапу дизайна. Особенно если мы используем DDD. DDD это подразумевает, то есть мы инвестируем много времени и ресурсов именно на начальном этапе проектирования приложения, на дизайн, на то, чтобы спроектировать модель нашего приложения, в данном случае спроектировать, например, команды правильно, да, то чтобы они отражали реальный наш бизнес, реальную жизнь. Цена ошибки на данном этапе она очень большая в сравнении с другими ошибками. Почему? Потому что этот контракт, который мы дизайним на первом этапе, он потом будет использоваться в дальнейшем практически во всех частях приложения. Если мы дальше будем менять эти вещи, то это довольно затратно. Поэтому нужно много внимания уделять именно дизайну, анализу требований, анализу домена и так далее. Кодогенерация. Очень вещь, которая помогает данным практикам, потому что я это покажу в коде. Наш код становится очень простой. Да? То есть все команды, например, они выглядят одинаково. Это POCO какой-то класс, у которого есть набор свойств. Название этого класса — это сама команда, и свойства — это те данные, которые нам нужны в этой команде.
Это значит, что когда мы задаем команду, все, что нам нужно, это придумать ей название и те данные, которые нам нужны вместе с ней. Классы, которые мы в итоге пишем для этих команд, они довольно большие при этом становятся. То есть там сериализация, какие-то атрибуты, перегрузки equals и так далее. Все это нужно генерить. И это очень сильно упрощает жизнь. То есть когда мы работаем с приложением, мы там меняем команды, добавляем новые, меняем старые. Если у нас есть хорошая кодогенерация, то это сильно упрощает жизнь. То есть, ну я покажу позже. Также команды нужно логировать. Это как бы тоже очень много информации дает позже, когда мы деплоим наше приложение в продакшн и начинаем смотреть, что там происходит. А метаданные. То есть вместе с командами можно передавать какие-то метаданные. Это, например, дата, пользователь, который отправил эту команду, ну и так далее. Эти данные, они очень тоже полезны. Сервис баз. Когда мы говорим о командах и их отсылке в нашу доменную модель, то возникает вопрос транспорт. Как мы отсылаем, как мы передаем эти команды от клиента в нашу доменную модель? Один из вариантов — это сервис баз. Если наше, особенно если наше приложение распределенное, в нем много разных компонентов, программ, каких-то процессов, flow. Сервис баз дает возможность унифицировать протокол общения между этими компонентами, да, то есть посылать команды и как бы не задумываться об этом. Да, то есть это довольно тоже мощная штука, очень помогает. Но если наше приложение простое, то транспорт — это может быть просто какой-то in-memory вариант, когда мы просто эти команды отдаем каким-то делегатам. Да? Как раз это у меня реализовано, я покажу это позже. Также, о чем важно сказать, CPUS — это не архитектура всего приложения. То есть не нужно пытаться задизайнить все приложение, основываясь на CPUS. Потому что, как правило, в приложении есть разные компоненты. Например, в e-commerce системах — это runtime, то есть наш сам, собственно, магазин, и какой-то backend. То есть админка, где пользователи редактируют данные, редактируют каталоги, какие-то дисконты создают пользователи, смотрят статистику и так далее. То есть CPRS, наверное, есть смысл использовать в части веб-сайта. Да? Там, где пользователь в админке редактирует данные, ну давайте просто дадим ему возможность редактировать данные, если там ему какие-то валидаторы, убедимся, что он какую-то фигню не запишет, и пусть он их редактирует. Там, как правило, какие-то логики нет. То есть мы должны смотреть на каждый компонент нашей системы. Если мы хотим доменять CQRS, мы должны отвечать себе на вопрос, а зачем мы это делаем, какие выгоды мы хотим от этого получить. Какие-то вопросы есть по CQRS части? Потому что я сейчас перейду к аутсорсингу. Нет? Ну, здесь по сервис-базу получается. Ага. И вообще, получается, когда мы вот так передаем команды, мы же не можем найти то место, где она будет обрабатываться. И потом, наверное, ты будешь рассказывать про события, про ивенты, да? Да. И когда какая-то часть приложения может генерировать еще какие-то события, ну, то есть эта цепочка может не закончиться вообще, в принципе. Да. А я... Как с этим? То есть, о чем надо сказать? О том, что команда — это всегда месседж, у которого есть адресат. То есть плохая практика делать команды, которые неизвестно, кто обрабатывает. Это всегда один адресат, если его нет, это ошибка. То есть мы отправляем команду неизвестно кому. Если их больше одного, это тоже ошибка. То есть за обработку команды отвечает какой-то один компонент. Какой-то один сервис, да, если мы сервис ориентированное приложение делаем. То есть, когда мы отправляем команду, мы всегда указываем endpoint, то есть кому мы ее отправляем. Если мы реализовываем итацию в памяти в одном процессе, возможно, это в этом нет какого-то смысла. Да? То есть мы и так знаем, что этот рабочий в нашем процессе где-то там висит, перекат и так далее. Если мы используем сервис бас, то у сервис баса, как правило, реализована возможность, то есть отправление команды — это request response. То есть мы отправляем request на какой-то endpoint. Где он находится, мы можем узнать. Задача сервис-баса — найти его, да, заработать наше сообщение ему.
и дождаться ответ, если он нам нужен, то есть это request response. Event, в свою очередь, это publish subscribe. То есть мы паблишим event через бас или еще какой-то транспорт. Мы не знаем, кто его хендлит. Это может быть 0, то есть никто, или 1, или там 10, или 50 обработчиков. И мы не дожидаемся ответа. То есть мы просто запаблишили event. И сейчас я об этом говорю. То есть нужно понимать разницу. Когда команда это request response, event это publish subscribe. Series bus, как правило, реализует и тот, и тот протокол. Например, end series bus, в нем прям встроены все эти вещи. То есть человек, который делает series bus, он поклонник и развивает CQRS, да, он прям встроил сам end series bus. И команды, и ивенты, и ну, всю инфраструктуру, которая необходима для CQRS положения. В Microsoft Series Bus, например, там можно сделать это сам. Он тоже поддерживает и request response, и publish subscribe. Я ответил. Нет. Все равно с точки зрения, когда мы на клиенте вот, свое приложение отправляем в другую команду, у нас приблизительно выглядит это, как ты показал, да? Сервис бас, точка. У меня очень простой пример, потому что в моем случае сервис бас это как бы ну, фейковый, да, он крутится в том. Ну, то есть, если это будет какое-то другое, и там мы будем явно указывать, да. Например, то быстро. Можно указывать endpoint. Это как бы не URL, да, то есть это может быть какой-то alias, то есть, например, там backend, да. Но мы должны сказать, кому мы отправляем эту команду. То есть в моем случае, если я перепишу свое положение на использование сервиса баса, то я просто перегружу этот метод, да. В дефолт там я буду использовать какой-то конкретный endpoint, который я всегда знаю, что у меня есть сервер, например. И плюс дам возможность клиенту указывать другую, да, если хочет какой-то другой код достаться кому-то. Но в этом мой пример, он простой как раз, потому что там нет сервис баса, и он мне как бы и не нужен. Но я оставил абстракцию, потому что позже могу переписать. Окей? А что такое event sourcing? Event sourcing — это способ представления данных. То есть если традиционный способ, с которым мы все работали, это реляционные базы данных, где мы храним данные в виде табличек и там, делаем связи между ними, то event sourcing — это представление данных в виде событий, которые привели наше текущее состояние системы в текущее состояние. То есть если реляционные базы данных — это хранение самого текущего состояния нашей базы данных, нашей системы, то event sourcing — это его можно как бы думать о нем как о transaction логе, да? То есть это набор тех ивентов, или еще говорят стрим ивентов, которые, если их все проиграть, то в результате получится наше текущее состояние. А в чем его преимущество? В том, что таким образом мы храним данные без потерь. То есть реляционная база данных, каждый раз, когда мы делаем update или delete, мы теряем данные. Мы теряем эту информацию, если, например, это апдейт, о том, какими были данные до нашего апдейта. Да, у нас есть там в SQL Server свой transaction log, мы можем делать всякие history таблички, но это такой суррогат, работа с которым очень сложно. И это append-only data storage, то есть две операции, которые разрешены с event sourcing data storage, это add, то есть добавить новую запись, и read, прочитать. То есть мы не можем удалять ивенты, мы не можем их менять. Что такое ивент? Ивент — это факт, который говорит о том, что произошло в прошлом. То есть это произошло, это факт, мы это сохранили в нашем Pentonic Storage, и дальше с этим как-то работаем. То есть, например, если в реализационной базе данных мы храним информацию об ордерах, например, в таком виде, то есть в виде трех табличек, order items, order addresses. Каждый раз, когда мы меняем информацию о заказе, например, добавляем новый item, мы пишем табличку order items, добавляем новую запись. Когда мы удаляем из ордера, мы ее удаляем, ну и так далее. Event sourcing хранит те же данные в другом виде. Это набор событий. Например, order created, item added, то есть продукт добавился в order, продукт добавился еще один в order, потом продукт удалили, потом добавили адрес, ну и так далее. То есть мы храним все события, которые произошли. Чем хороша такая модель? Тем, что
из этой информации можно получить любое представление данных, в том числе и в виде какой-то реляционной модели, да? Потому что, проиграв все эти ивенты, взяв нужную информацию с каждого ивента, как-то на него отреагировав, мы можем получить, его называть projection, да? То есть срез этих данных в том виде, в котором мы хотим. Хотим, например, получить информацию о текущем состоянии ордера, мы это получим. Я покажу позже, как это все происходит. Это понятно или плохо? Okay. Какие же преимущества нам дает Event Sourcing? Event Store, то есть база данных или storage, который реализует этот паттерн, представляет собой полный и корректный аудит-лог работы нашего приложения. То есть, кто знаком с этими понятиями, наверное, понимает, что любой лог, который мы пишем ручками, мы не можем теоретически доказать, что это полный и корректный лог. Да? Часто это бывает важно, особенно в приложениях, связанных с деньгами, в e-commerce. Это бывает требование к приложению, так как в банковских системах, о том, что приложение должно реализовывать или хранить в себе полный и корректный аудит-лог работы, чтобы можно было всегда сказать, что происходило, когда, кто задригировал изменения и так далее. Требования эти часто есть, разработчики их реализуют, но они немного лукают. То есть нельзя доказать, что это всегда полный и корректный аудит-лог. Event Store нужно доказать, потому что если нет в системе никаких других изменений данных, кроме как через ивенты, то наши ивенты — это есть аудит-лог работы нашего приложения. Да? Информация, она никуда не теряется. У нас есть вся информация, которая когда-либо была, сейчас есть, изменялась, удалялась в нашей системе. Это тоже очень сильно развязывает руки программистам, да, потому что очень часто, позже об этом скажу, нам информации не хватает. Простота реализации. Ну, это как бы, можно сказать, просто, а можно нет. То есть Event Store, как, например, тоже Грег Янг говорит, это вещь, которую можно реализовывать, там, начиная от одного дня, да, в конце дня у вас будет Event Store, и заканчивая там, месяцами. То есть позже Грег Янг, он сейчас вышел на рынок своим Event Store, который он писал там, с командой из Украины, я думаю, не один месяц. А в то же время и я, и другие люди, и сам Грег Янг реализовывал Event Store буквально за один день. Да? То есть это просто какой-то storage, это может быть SQL база данных или файл на диске, или какой-то web storage в облаке, куда мы аппендим ивенты. Бизнес, статистика, то есть то, о чем я говорил, очень часто бизнес приходит к разработчикам и говорит о том, что им нужна какая-то статистика. Например, пример, который часто приводят, это когда заказчик приходит к программистам и говорит, что я думаю, что мы теряем прибыль, потому что те продукты, которые заказчик, клиент удаляет из своей корзины там, за 5 минут до завершения заказа, они немного переоценены. Да? То есть я считаю, что раз человек удаляет этот продукт из корзины перед тем, как платить деньги, наверное, он считает его сильно дорогим, да? То есть он может обойти и без него. Если мы сделаем скидку на эти продукты, то по итогу мы получим какой-то value, то есть прибыль. Что делают программисты? Программисты реализуют эту статистику, естественно, следующим релизом они деплоят это на продакшн, и заказчик ждет месяц, два, три, или сколько ему нужно для того, чтобы накопилась та статистика, да, которой раньше не было, сейчас она есть, чтобы он на нее посмотрел и принял какое-то решение, да, действительно ли такие продукты есть, какие это продукты, сколько их, то есть посчитали там бенефиты и так далее. С Event Store такой ситуации никогда не будет. То есть если наши ивенты заданы правильно, в нашем Event Store есть вся информация о работе приложения, мы всегда сможем построить любую статистику, любой projection. То есть что бы он ни захотел, хочет, мы ему построим статистику о том, как часто продукты удаляются из корзины. Да? То есть хочет какую-то другую. Когда мы зарелизим это на продакшн, мы прогоним через нашу статистику все ивенты, которые были в системе с самого первого дня ее работы, и получим статистику
за все время работы приложения так, как будто она там всегда была. Да? То есть это очень большой как бы, плюс для бизнеса. И у нас такие тоже были случаи, когда заказчик нам приходил и просил такую статистику, а у нас ее не было. То есть, ну, да, мы ее, конечно, реализовывали, но нам нужно было ждать какое-то время. Естественно, там были погрешности, да? Потому что историю мы потеряли. В виде дитестирования. С помощью, если приложение использует event sourcing, очень легко писать тесты в стиле BDD. То есть behavior driven development. Дизайн. Дизайн. Да. Я остановлюсь это подробнее. Почему это важно? Тесты, вот это реальный пример теста, который есть у нас на проекте, в нашей системе. Я думаю, здесь какая-то есть секретная информация. Ну, чем хороши такие тесты? Наша, немного расскажу о том, почему они такие возможны. То есть наша доменная модель, как она работает? К ней на вход приходят команды, на выходе получается event. То есть это вся ее задача. Получить команду, обработать ее и на выходе получить event. Сейчас мы говорим да, о CQRS плюс event source. То есть если мы локер реализовали CQRS, который можно реализовать и не используя event source, а если мы реализовали его вместе с event source, то нашу доменную модель можно абстрагировать как какой-то черный ящик, да, в который на вход приходят команды, на выход получаются event. Это значит, что тесты, которые тестируют поведение нашей доменной модели, тоже можно писать в этом же стиле. То есть мы сетапим какой-то state, да, то есть говорим о том, какие ивенты у нас были раньше. Мы даем какую-то команду на вход нашей доменной модели и смотрим, что получилось на выходе. Мы ожидаем какие-то конкретные ивенты. Если не такие, то тест прошел. Если нет, то нет. Ну вот пример, да, то есть given when then test, где в given мы говорим, вот эти ивенты произошли ранее. When – это команда, одна команда, которую мы тестируем. Expect или then – это набор ивентов, которые мы ожидаем увидеть на выходе. Абстрагируясь от storage, да, то есть замочив storage каким-то моком и отсылая эти команды в доменную модель, в которую мы инжектим наш state, да, то есть ивенты, которые есть в given, мы можем протестировать в памяти нашу доменную модель, как она работает. Что хорошо? То, что из таких тестов, то есть вот он этот тест живой, да, то есть это код, это не текст. Это код, который написан вот в таком виде, да? То есть given коллекция ивентов, when команда, expect коллекция ивентов. Писать такие тесты очень просто. Сложно с точки зрения бизнеса, да? То есть нужно понимать бизнес, это да. То есть мы моделируем какой-то реальный домен, мы должны его понимать. Мы пишем такие тесты, и из таких тестов очень легко сгенерировать текст. Да? То есть этот текст сгенерирован там, 20 строчками кода из вот этого объекта, спецификации. И этот текст можно, какой самый главный value, то есть этот текст можно отослать нашему бизнес-аналитику, который про C-Sharp вообще ничего не знает. Да? Или заказчику, он на него посмотрит, и он прочитает этот тест как какой-то английский текст. Да? То есть это текст, который можно читать. И он может принять решение, да, то есть правильный этот тест с точки зрения логики работы бизнеса, который его бизнес, да, то есть мы это делируем, его бизнес, или нет. То есть он может сказать нам, где у нас в нашем тесте ошибка. Также можно делать наоборот, да, то есть заказчику дать возможность писать такой текст, а потом включать его в такие тесты. Это тоже делают, это тоже очень мощный инструмент. То есть дать возможность писать заказчику, бизнес-аналитику, клиенту такие тесты, это означает получить очень большой инсайт его бизнеса. Да? А значит, правильно реализовать его требования. Я покажу пример, да? То есть мы с вами напишем такой тест. Практики. Тоже кодогенерация. Event это тоже попа классы. Класс с набором свойств. Генерить его очень просто.
а значит, как primary данные — это просто название ивента и какие-то его свойства, да? То есть реализацию кода, который получается в итоге, можем менять. Если у нас 50 ивентов, да, в системе, как правило, их меньше, ну ладно, 30 ивентов, если код их не генерится, то мы можем поменять, собственно, код каждого ивента, там буквально изменяя логику кода генерации. А так бы нам пришлось 50 классиков менять. Это бывает очень сложно. Это очень сильно сокращает время на разработку. Я покажу пример. Использование готовых фреймворков. То есть Грег Янг и другие гуру Security Service Sourcing говорят о том, что пытаться использовать готовые фреймворки, хотя они есть, конечно же, уже, в CQRS не нужно. То есть это очень простой паттерн, реализовать его самому очень просто, это буквально там пару классов. Хотя уже есть фреймворки, которые пытаются как-то это там абстрагировать, да, не нужно этим заниматься. В случае с Event Store Sourcing это вариант, то есть можно использовать фреймворк, готовый Event Store, они уже есть, в том числе и Greg Young сделал свой Event Store. Почему это хорошо? Потому что этот фреймворк, этот Store, он реализует одну конкретную функцию. То есть он ее реализует или хорошо, или плохо, но эту функцию можно отдать на откуп какому-то фреймворку и написать самому. Хотя в то же время, как я и говорил, написать свой Event Store тоже очень просто. Автоматический ребилд read-модели. То есть я об этом скажу позже, когда будем смотреть на картинку. Воспроизводство ошибок. Тоже очень мощная штука. Когда мы деплоим наш сайт на продакшн, а в нем появляются какие-то ивенты, он работает, да, в какой-то момент у нас появляется ошибка в системе. То есть какой-то пользователь что-то сделал, что привело к exception. Когда это попадает в лог, там приходит письмо, мы идем смотреть, а что же произошло. А что может сделать разработчик? Он может взять, скопировать все ивенты с продакшена, которые были до момента ошибки, скопировать их себе на свою локальную девелоперскую тачку, воспроизвести их все, да? А потом пойти, зайти в дебаг приложения и самыми ручками воспроизвести ту же команду, которая была на продакшене, она у нас уже залогирована, да? И в дебаге увидеть тот самый exception, который был у юзера на продакшене. Ну, тот, кто пытался пофиксить продакшен баги, быстро, наверное, оценил. То есть это очень такая мощная штука. NoSQL. То есть использовать NoSQL очень многие там боятся, да? Говорят, что это какая-то сырая технология, не нужно его использовать. Конкретно в этом случае для Event Store, для CQRS плюс Event Sourcing, наверное, эта идея хорошая, да? Потому что команды и ивенты — это schema-less данные, то есть у них нет какой-то устоявшейся схемы, у каждого команды, у каждого ивента свой набор данных, то есть это хорошо ложится на новый SQL. И также read-модель, то есть те projection наших ивентов, они тоже — это второстепенные данные, нас не очень волнует там консистентность, да, там нормализация, они, как правило, денормализованы. То есть NoSQL тут хорошо ложится. То есть если вы задумываетесь о том, а где же применять NoSQL, когда это имеет смысл, то вот я думаю, что в этом случае это имеет смысл. И я это делаю. То есть как выглядит наша упрощенная архитектура в случае с CQRS плюс Event Source? Клиент посылает команду, команда приходит в доменную модель. Доменная модель обрабатывает эту команду, на выходе получаются какие-то ивенты, они попадают в наш append-only event storage, да, то есть events. Оттуда эти ивенты паблишатся всем желающим, в том числе projection нашей read-модели, которые денормализуют эти ивенты, какие-то данные, которые используются в свою очередь read-моделью для чтения. Ну или более подробно, такая картинка есть в интернете, очень мне нравится. То есть клиент отсылает команду, здесь может быть какой-то сервис бас, да, или очередь, если это высоконагруженное приложение. Команда попадает в доменную модель, а доменная модель
какие-то DBD с помощью агрегатора code или еще как-то обрабатывает эту команду. На выходе появляются ивенты, которые через репозиторий попадают в Event Store, паблишатся, тоже через очередь или через Serious Bus или напрямую попадают наши ивент-хендлеры, денормализаторы, которые денормализируют эти ивенты и пишут нужную информацию в отдельной базе данных, которая используется только для чтения данных. То есть это второстепенные данные, можно всегда дропать, ревилдить, все что угодно с ней делать, менять. А это данные второстепенные, первостепенные данные — это ивенты. А далее, через тонкий слой доступа к этим данным, мы запрашиваем эти данные, получаем DTO, Data Transfer Objects, и отдаем их на клиента. Это те вещи, которые я не буду надо рассказывать. То есть как правильно проектировать команды с выглядом, об этом уже написано. Сериализация, хранение, как их хранить, транспорт новый, сервис бас или нет, масштабирование. Такие системы, они очень хорошо масштабируются, да? Потому что если наш сервер не справляется, можем поставить два инстанса сервиса и здесь послать команду то одному, то другому. Да? Эта штука тоже хорошо масштабируется, потому что она может быть задержана, да? Тут может быть очередь, которая через какое-то время обновляет эти данные в Ивент-Дели. А тут возникает проблема Eventual Consistency, да? То есть то, что наша Ивент-модель, она намного запаздывает. То есть Ивент уже произошел, а данные Ивент-модели не обновились, и пользователь может увидеть старые данные. Ну, есть много приемов и подходов, как с этим бороться. Если интересует, я могу рассказать. А также версионирование команд событий, да? Что важно понимать, то что как только ивент произошел в продакшене, то есть мы записали ивент на наш Event Store, это как бы финально, да, все. Мы не можем менять этот ивент. Это факт, который произошел, мы не можем удалить этот ивент, мы не можем поменять его, да, добавить какую-то информацию, убрать. Поэтому, когда мы развиваем наше приложение, да, выкладываем новые версии, нам нужно думать о том, как мы будем версионировать эти команды и события. Тоже есть разные подходы. Воспроизводство событий, да, то есть если мы строим новый какой-то projection, если нам нужен новый вид репортинг данных, написать его логику, мы можем воспроизвести все события, которые были в нашей системе, и получить этот срез, статистику данных, которые нам нужны, то, о чем я говорил раньше. Тестирование. А тестирование я еще покажу чуть-чуть. Если есть какие-то вопросы, то задавайте, и мы перейдем к делу. Всем спасибо. То есть в этом демо я покажу, как вот, весь процесс реализации какой-то простой фичи в проекте, который использует CQRS и Event Source. Если все будет хорошо, то оно сработает. У меня есть такой небольшой пример сайта, на котором я отрабатываю всякие техники, да, инфраструктуру для потом использования на реальных проектах. Тут можно создать новый заказ. Ну вот у меня уже два есть. Давайте добавим возможность нашим пользователям канцелить эти заказы. То есть то, о чем мы говорили. Если я оставил заказ, чтобы я мог его заканцелить. С чего мы начнем? Начнем с того, что мы определим команду и соответствующий ивент. То есть тут у меня есть генератор. То есть используется F-Sharp для генерации C-Sharp кода команд. Раньше мы использовали T4. И теперь переписали на F-Sharp. Это немного гибче, да, чем T4. То есть что я делаю? Я говорю, мне нужна команда, которая называется вот так-то, вот с такими-то параметрами.
я могу объявлять параметры выше или использовать явное определение, да, то есть, например, string name, то есть это параметр типа строка. Order ID я часто использую, поэтому я раньше его объявил. Вот здесь. Видно всем, да? Нет, у тебя лупы нет. Я могу сделать вот так. Ну, то есть давайте добавим новую команду. Назовем ее console. Соответственно, этой команде нужен order ID, да, то есть какой заказ нужно канцелить. И версия. Версия нужна для обработки исключений, связанных с одновременным изменением каких-то данных. Concurrency resolution, да, всякие. Об этом я не буду говорить, просто она тут есть. Мы добавили команду, чтобы сгенерировать наш C-sharp класс. Мы сделаем alt-enter. Запустился C-sharp и сгенерировал нам новый класс команды. Вот он, его можно здесь посмотреть в списке всех команд. То есть вы видите, да, сколько куда сгенерировано, если бы я это ручкой написал, даже с использованием каких-то там шаблонов, у меня бы заняло довольно много времени. И что еще важнее, с развитием application я могу поменять реализацию этих классов. Да? Например, я поменяю сериализатор. Мне нужно будет писать другие атрибуты, или, например, логику equals, там, getFish code и так далее. То есть у меня команд сейчас 7, да? Обычно их в application там 15-20. То есть мне нужно будет поменять 20 классов, довольно больших. Это много времени, а здесь я просто поменяю логику генерации, нажму Alt-Enter, и у меня весь мой код обновится. Это очень сокращает время, то есть на порядок разработки. Ну, конечно, можно писать команды и ручкой. То же самое для ивентов. Вот те ивенты, которые у меня уже есть в системе, да? Если я хочу создать новый, я пишу order canceled, order ID, user ID. Вот эти вещи мне, наверное, не нужны. То есть вы видите, что event это всегда что-то в прошедшем времени, да, то есть что-то произошло, order canceled. Тут желательно не использовать CRUD слова, то есть create, read, update, delete. Не нужно говорить order updated. То есть такой event, он, это признак плохого дизайна. То есть event и команда должны всегда конкретно говорить о какой-то операции или о факте. То есть event это факт, то есть это прошедшее время, order canceled. Команда это глагол, да, cancel, да, сделать что-то. И всегда это конкретный глагол, да, то есть не update order, потому что update order ни о чем не говорит, что значит update order. Cancel, то есть закенцелил. Загенерируем наши ивенты. И посмотрим, что наш ивент появится. То есть это не трюк, тут раньше этого класса не было. Докажи. Ну, надо было сначала показать. Ну, то есть мы как бы закончили какой-то этап, то есть мы сделали команду, мы сделали event. То есть наша доменная модель теперь должна обработать этот команд и выдать на выход этот event. Идем в наш домен. Наши агрегаты и находим order application service. Ну, я его называю так, это может быть по-другому. То есть мне нужен обработчик моей команды, тот сервис или тот компонент, который будет ответственен за обработку этой команды.
применяется интерфейс iHandle, то есть если какой-то компонент хендлит команду или event, или другой месседж, я пишу просто iHandle. И реализую такой простой метод. То есть мой сервис должен как-то захендлить эту команду. Как это происходит обычно, вот в самом тривиальном случае, происходит это вот так. То есть мы через наш репозиторий берем инстанс какого-то агрегатора, вызываем его метод, и через репозиторий опять сохраняем. То есть какое-то поведение. Да? Нужно объяснять, что такое агрегат root, репозиторий. Ну, то есть задача репозитория доставать инстансы агрегат рутов и сохранять их измененные. Агрегат root — это какой-то ртовый объект нашей модели, да, который внутри себя всегда консистентен. Как работает наш репозиторий? То есть если мы пойдем посмотрим репозиторий, когда мы достаем агрегат root, мы обращаемся в наш event store и достаем все ивенты, которые раньше произошли с этим агрегат root. Например, все ивенты, которые произошли с order. Если таких ивентов не было, значит такого агрегат root нет. Ну, в нашем случае, если мы канцелим order, то мы ожидаем, что такой агрегат root есть. Соответственно, если есть единица exception, это будет хорошо. А в дальнейшем, а дальше что мы делаем? Мы создаем через reflection instance агрегат root класса и вызываем у него метод. OAuthFromHistory. Что этот метод делает? Вот его базовая реализация. Просто для каждого ивента в истории вызывается какой-то динамический метод по агрегату рута. Я вот чуть позже покажу. То есть состояние агрегата рута, оно накатывается. Да? То есть мы вытянули его историю, и мы накатили его состояние из этой истории. То есть задача агрегата рута — уметь это делать. То есть уметь подтягивать свое состояние из ивента, который он же и произвел на свет. Как это делается, мы чуть позже посмотрим. Ну, наш сервис об этом ничего не знает, у него просто есть какой-то репозиторий, который вернул order aggregate. У order aggregate есть какие-то методы, которые реализуют поведение. В данном случае это cancel. Ну и потом мы сохраняем. Давайте заимплементим метод cancel. Вот он наш агрегат root, order, у него уже есть какое-то поведение, да, в него можно добавлять продукты, можно удалять продукты, его можно сабмитить, то есть завершать. И теперь его можно канцелить. То, о чем мы говорили, что order, агрегат, любой агрегат root должен уметь подтягивать свое состояние. Один из вариантов того, как это сделать, это такой вот подход, который я посмотрел честно у Грега Янга. То есть это пара методов. Мы всегда разбиваем наш публичный метод на пару методов. Публичный и приватный. Публично мы производим все проверки, которые мы можем, которые должны, да? То есть мы проверяем, что в данном состоянии ордера эта операция, она возможна и не приведет к какому-то нарушению, да? Не приведет к неконсистентным данным. Ну, например, если мы сабмитим ордер, то ордер не должен быть уже засабмичен, да? И в нем должны быть какие-то продукты. Иначе мы не можем засабмитить пустой ордер или ордер, который уже засабмичен. Как только мы проверили все предусловия и кондишены, бизнес-логику, все что угодно, и как только мы готовы менять состояние нашего агрегатора рута, то есть в конкретном случае в этом сабмитить его, да? А вместо этого мы просто делаем, вызываем метод applyChange и передаем ему новый event. То есть order submitted. Это тот event, который у нас уже есть. Мы его формируем, даем applyChange. AppliChange, что он делает? Он записывает этот event в приватную коллекцию, которая называется changes. Да? То есть это те
изменения, которые произошли с нашим агрегатом Tom, со времени его доставания из репозитория. И потом он вызывает динамический метод apply. То есть он ожидает, что у агрегата рута есть метод, который называется apply, и который принимает event этого типа. То есть это просто такой convention. Да? И уже в этом методе рядом мы меняем state. Здесь мы ничего не проверяем, мы здесь не можем кинуть exception, это просто изменение state. В данном случае мы маркаем order, как что он submit. А зачем это нужно? Это позволяет потом очень просто накатывать состояние нашего ордера или любого агрегата рута. То есть когда мы, когда репозиторий достает все ивенты, которые произошли с агрегатом рутом ранее, он просто последовательно вызывает метод apply у агрегата рута для каждого ивента. И агрегат рут накатывает свое состояние. Это понятно? Или что такое накапывает? Ну, то есть меняет свое состояние на каждый ивент, и в итоге мы получаем текущее его состояние. То есть это если нам нужно повторить где-то локально? Это работает в рантайме. То есть если... Ну, как, это, как бы это работало, да, если бы мы не использовали ивент, собственно. Мы бы пошли в базу данных, достали какие-то таблички с ордерами данные. Там у нас был там, какой-то entity framework, который преобразовал бы это в какой-то класс. Объект класса, там, order entity, да, и мы бы потом этот order entity взяли и что-то бы с ним делали, да, то есть order entity был бы, представлял бы собой текущее состояние заказа в нашей системе. И здесь у нас нету таблички, в которой хранится текущее состояние, да? У нас есть только event. Поэтому, чтобы получить это текущее состояние, чтобы добавить к нему какие-то изменения, мы накатываем инстанс агрегат рута до этого состояния. То есть это работает и в рантайме, и когда мы достаем из репозитория. Да? И если что, я потом в дебаге могу пройтись и показать, как это работает, если непонятно. А не кажется, что он много на себя берет этот агрегат? То есть он и сохраняет свое состояние, поднимает, и еще и выполняет бизнес-логику. То есть уже как бы два действия. Я видел реализации, это уже Locada, Locada Securities, есть такой проект, да, Ренат Абидуллин его делает. А там он разделяет это, да? То есть есть агрегат рут, а есть его состояние. То есть он выносит эту логику о том, как меняется состояние в отдельных бета-класс, а в агрегат руте остается только бизнес-логика. Честно говоря, я не вижу как бы особых причин этим заниматься. У меня на практике, ну и так оно работает отлично. Но среди нет проблем, да? Ну, я не сталкивался. То есть я понимаю, что зачем-то это делают, то есть какие-то резоны у них есть, но как бы, может быть, мои проекты не настолько большие, где это как бы играет роль. То есть задача агрегат рута в чем состоит? Это область консистентности, да? Он в себя как бы закрывает какое-то состояние, часть состояния системы, и только ему разрешено ее менять, да? То есть мы можем только сказать ему, что сделать, а его задача сказать, можно это делать или нет, и сделать это, да, то есть запаблишить какой-то ивент. Как правило, только агрегат рут может создавать новый ивент и паблишить его. Таким образом, ну, это уже теория DDD, да, то есть там это все описано. Итак, нам нужно сделать новый метод cancel. Соответственно, я сразу же создам пару apply. Да? Apply у меня примет event order cancelled. И что сделает? Ну, наверное, мне нужен какой-то флажок внутренний, который скажет мне, будет хранить это состояние, да? О том, был ли закенселен наш order ранее или нет. Соответственно, когда мы получаем event order cancelled, мы выставляем этот флажок true. Ну а здесь мы должны этот ивент запаблишить, если он валиден в текущем состоянии.
любой ордер может быть заканцелен. Наверное, нет. Наверное, если он еще не запаблишен, то есть не засабмичен, то канцелить его еще нельзя. Ну, такую логику я себе придумал. Она может быть здесь, ну, какой угодно. Cannot cancel order. То есть я инкапсулирую эту логику в моем агрегатор те. И мой агрегатор знает о том, когда его можно заканцелить, когда нет. Больше об этом этого никто не знает, да? Его, это его задача. Поэтому здесь я проверяю все свои бизнес-рулы, любую pre-condition, варианты, post-condition и так далее. Как только я все проверил, все хорошо, все правильно, order можно cancelить, я просто publish event, то есть отправлю event. Создаю event order canceled, говорю ему время, версию. Это не буду об этом устанавливаться, да, почему это нужно. Говорю ID и говорю user ID. Как бы все, да, то есть мы реализовали какую-то логику, order можно cancelить. Давайте ее протестируем. У меня есть мои спецификации, которые написаны given when then в стиле. Я, если у меня, извините, попозже. То есть я создаю тестовый класс cancelOrderSpecs, где я буду писать спецификации, которые относятся к команде cancelOrder. Ну, например, первый тест. Я проверю happy path, да, то есть что это в принципе можно сделать до конца лектера. То есть given. В этом случае какой state мне нужен для того, чтобы протестить команду cancel order в случае, когда order был ранее засабмичен. То есть given у меня new order created, product added to order и submitted. Это текущая, то есть тот стейт, который я засетапил перед тем, как тестировать мою команду. Да? То есть, чтобы протестировать happy pass команды cancelOrder, мне нужен какой-то ордер, который был создан, в него что-то добавили, его засубмитили. Потом я отсылаю команду. Говорю when cancelOrder. General. Что я ожидаю? Я ожидаю, что на выходе будет event order canceled. То есть это просто happy pass. Теперь проверим нашу логику, что когда я пытаюсь заканцелить order, который не был засабмичен, то есть я уберу этот event, да, то есть ордер не был засабмичен. Когда пытаюсь делать cancel, я ожидаю
exception. Нет, не помню какой. Ну это нехорошо, вы так не делаете, да, нужно какой-то конкретный exception ожидать. Я просто для быстроты кидаю invalid operation exception. И таких спецификаций у меня может быть довольно много. И given секция, она может очень сильно расширяться, да, то есть сложность таких кейсов, она может быть довольно большой. Вы видели пример из реального проекта, там все довольно сложно, но в то же время понятно, да, то есть тест, он читается очень хорошо. То есть, ну, когда я ожидаю, когда я пытаюсь заканчивать ордер, который не был submission, что это означает? Что ордер был создан, у него добавился какой-то item, я могу этот event даже убрать, просто условно какой-то ордер. Я пытаюсь его заканчивать, я ожидаю ошибку. Из этого теста легко сгенерировать текст, который прочитает любой бизнес-аналитик, любой клиент, человек, который не техно. Если я сбилжу solution, то мои тесты должны пойти. У каждого ивента есть версия, и она инкрементится. То есть каждый новый ивент, у него версия — это предыдущая плюс один. То есть версия агрегатора рута — это версия последнего ивента. Это позволяет очень легко реализовывать валидацию там, всяких concurrency violations и так далее. Если я сейчас билду, все хорошо. То есть, в принципе, на этом этапе наш senior разработчик, который занимается разработкой доменной модели, он закончен. Да? У него есть доменная модель, у него есть команда, есть event, логика, то есть он покрыл всю эту логику тестами, все готово. А теперь нам нужно, собственно, добавить эту функциональность на наш сайт. Что мы для этого делаем? И здесь этим уже может заниматься какой-то другой разработчик, да, там, с не такими крутыми скиллами, которые там стоят меньше денег. И это уже не такая критичная работа, да, то есть если он совершит какую-то ошибку, во-первых, ему сложно сделать ошибку, потому что наша доменная модель, она ожидает команду и валидирует ее, то есть она консистентна всегда. Если он пошлет неправильную команду, ну, ничего не произойдет. То есть как-то влезть в нашу систему и делать что-то неправильно, он просто не сможет. Он может только отослать команду, которая или отработает, или нет, и прочитать данные, которые ему нужны. Поэтому этот этап работы, он как бы не такой важный. Но его тоже нужно сделать. Вот вьюха, которая показывает вот эту табличку. Я добавлю в нее новую колонку. В которой, если статус ордера уже заканчивается, я ничего не покажу. А если он еще не заканчивается, то дам возможность пользователю нажать на кнопочку и заканчивать. У меня есть специальный helper. Который это все рисует. То есть я ему говорю, айдишник ордера такой-то. Команда называется вот так. А версия текущая должна быть. Yeah.
Так, это все есть в моей модели, попозже посмотрим, как это развивается. Чем хорош CQRS и вообще подход с этими с командами? Тем, что работу с командами очень легко обобщать. То есть они все одинаковые. Это класс с набором параметров. Я могу написать шаблон MVC, который для любой команды будет просто показывать pop-up, например, и динамически рисовать инпуты для каждого свойства команды. Таким образом, я всегда могу одной строчкой добавить на сайт возможность отправить какую-то команду. В то же время, если дефолтное определение меня не устраивает, если я как-то хочу хитро дать юзеру возможность запустить команду, например, там, я не знаю, каким-нибудь ползунком, да, то я могу переопределить дефолтный шаблон и сделать какой-то свой конкретный шаблон. В данном конкретном случае у моей команды нет никаких данных, которые нужны от пользователя, у меня они уже все есть, да, то есть order ID, поэтому я просто могу отрисовать кнопочку, по которой пользователь кликнет. И у меня такой конвеншн, что по клику на эту кнопочку разойдет пост запрос на мой контроллер, который мне нужно обработать. Detection может называться так же, как команда. Ну, то есть вот такой шаблон. Ко мне придет какой-то envelope с данными. Опять же, все это как бы уже написано, то есть мне не нужно об этом думать каждый раз, когда я имею новую команду. Это пишется все один раз, а потом просто используется. Что мне нужно сделать? Мне нужно в мой сервер-бас послать новую команду, которую передать агрегатор root ID и версию. То есть если та версия, которую я запомнил, не та, которая сейчас на сервере, то есть кто-то уже что-то сделал с моим заказом, пока я там смотрел, парился на эту страничку, то мне кинется exception. Ну, зависит от того, как я это делаю. И когда команда отослалась, то есть я тут могу хендлить exception, я могу ожидать какой-то response, но я этого не делаю, я ожидаю, что все будет хорошо. Да? В данном конкретном случае эта команда сюда пройдет, например. Поэтому я сразу редиректирую пользователя обратно на reaction. То есть теперь мой клиент умеет отсылать в мою доменную модель команды. Если мы зайдем на сайт, мы видим, что появилась кнопочка консоль. Если мы сейчас по ней нажмем, что-то произойдет, но ничего не поменяется, потому что я не обновил свою read-модель. Но мы можем убедиться, что что-то произошло, потому что у меня есть read-viewer, которая показывает все элементы, которые произошли в моей системе. Все поехало из-за финального разрешения. Но я вижу, что event появился, да, order cancel. То, что мой клиент не отрисовал, это на страничке его проблема. Теперь нам нужно обновить read-модель, да, то есть после того, как cancel order за canceling, нам нужно показать этот статус, обновить, естественно, и убрать эту кнопочку. Что для этого нужно сделать? Нужно пойти в нашу read-модель, найти тот projection, или я их называю view, который отвечает за денормализацию ивента в read-модель. Этот же
этот же view используется для того, чтобы получить эти данные. Да? А это не тот view. То здесь у меня объявлен DTO, да? И там какие-то enamы, то есть вспомогательные классы, которые мне нужны. То есть просто попа классы, в которых я храню данные. И здесь же у меня есть view, который занимается их обновлением. Сейчас он хендлит только вот эти. Один event, order submitted, да? Мне нужно добавить order canceled. Если я сейчас буду писать этот код, то я, наверное, это буду делать долго. Поэтому я просто возьму готовый пример. То есть, когда происходит cancel order, мы идем в нашу readNode и апдейтим наш DTO, оставляем ему новый статус cancel и удаляем версию. То есть то, что я говорил, очень хорошо это ложится на новый scale базы данных. Я использую тут Redis, K-Value Storage, потому что мне очень часто приходится писать вот такой код. Да? То есть работа с DTO-шками, работа с read-моделью, она такая рутинная, и она состоит в основном из CRUD операций. И эти DTO-шки не часто меняются, их много, поэтому каждый раз там создавать таблички для этих DTO-шек, чтобы их хранить, это довольно напряжно, поэтому я просто использую Redis, куда сериализую эти DTO-шки и просто кладу их по какому-то ключу. Ну, у меня есть такой менеджер, который позволяет осуществлять CRUD операции с моими DTO-шками. Сбилдим наш solution. Почему здесь сейчас order стал заканчиваться? Почему мне не нужно идти и проигрывать ручками все мои ивенты в моей read-модели, чтобы получить последнюю версию данных? Потому что я схитрил и сделал автоматический rebuild read-модели. Каждый раз, когда стартует мой application, он смотрит, какие projection поменялись. Конкретно в данном случае это user orders view. Если он поменялся, то мой application автоматически берет все ивенты, которые у меня есть в системе, и проигрывает их заново сквозь этот view. Да? Дропает его данные и проигрывает их заново. Это тоже очень экономит время. То есть разработчика, ему нужно об этом думать, он просто пишет код, да, логику того, как денормализовать ивенты, и он не парится о том, как это привести в текущее состояние, там, обновить и так далее. Поэтому я просто могу поменять код, обновить сайт, и там это все автоматически подгружается. Ну, собственно, и все, да, то есть мы позволили пользователям канцелить ордера. А можем заканцелить второй? Это и все демо. Если есть какие-то вопросы, давайте. Можем картинку в order data. Что? Картинку добавить в order можно? Это вопрос не по существу. Можно создать новый order. Хочешь? Если у нас сейчас интернет работает. Ну это я пишу сайт, в котором можно. Ой. Вот, кстати, и картинка. Да. Так как разрешение маленькое, все съехало. Ну, это сайт, на котором люди могут оставлять заказы
о тех вещах, которые я хотел купить в других магазинах. Например, я хочу купить в US-Levy джинсы, я просто вставляю ссылку, пишу те данные, которые автоматом подгрузились, говорю, ребят, submit. Когда необходимо использовать вот этот подход? В каких случаях? При каких нагрузках? CQRS? Да, ну CQRS. Да, то, что да, вы сейчас делаете. А, как я и говорил, то есть это сложные домены. Да? А когда, ну, нужно думать об этих вещах по-разному. Да? То есть CQRS плюс авансорсинг, они не всегда идут парой. То есть можно использовать CQRS без авансорсинга, можно использовать авансорсинг без CQRS, можно использовать и то, и другое одновременно. То есть CQRS — это архитектурный паттерн, который следует применять в сложных доменах, особенно если вы используете DDD. Это очень сильно развязывает руки и позволяет реализовывать сложную логику эффективно, оптимально, не завязываясь, там, не погребаясь под количеством фичей и так далее. Потом это развивать дальше. Это какие конкретно домены, то есть это collaborative домены, когда в ваших системах пользователи одновременно работают с разными, с одними и теми же данными. Да? Это e-commerce системы. Какие-нибудь примеры, ну, из реальной жизни, то есть какие-нибудь, может быть, известные имена, которые, проекты, которые используют такой подход. Локации QRS, например. Это стартап, который делают, по-моему, в Казахстане, если я не ошибаюсь. В чем его суть? Он занимается анализом данных у клиентов. То есть клиенты, у которых есть веб-магазин, они могут собрать все свои данные, сунуть их в локат, и локат, используя свою там компетенцию, они проанализируют эти данные и выдадут какой-то прогноз, статистику. То есть там очень хорошо применяется эвенсорсинг, потому что, опять же, для статистики, да, и плюс CQRS, потому что правила там легко и гораздо сложнее. В том или ином виде элементы этих подходов, они встречаются очень часто в высоконагруженных приложениях. То есть тот же Facebook, например, да, или там Twitter, в нем есть база данных, да, на MySQL, в которой текущее состояние системы хранится. Но когда вы заходите на страничку Facebook, данные, которые нужны, чтобы отрисовать вашу страничку, они берутся не из этой базы данных, они берутся из редмодели, которая обновляется асинхронно. Возможно, очень часто вы замечали, что если вы оставляете комментарий где-то ВКонтакте, да, или в Фейсбуке, или еще где-то в Твиттере, тут же нажимаете F5, этого комментария еще нет. Да? Еще раз нажали F5, он появился. Почему? Потому что редмодель, тот сторож, из которого подсчитываются данные, он обновляется с опаздыванием, потому что при тех нагрузках, которые у них есть, сделать одну базу данных, да, одну модель, которая будет работать в реал-тайме, ну, практически невозможно. Да? То есть, ну, это физически очень сложно. Поэтому вы пишете по слайде команды в один сторож, в одну модель, а считываете с другой, которая запаздывает чуть-чуть, там, на миллисекунды. Но зато это очень хорошо масштабируется. То есть в теории такие системы, они масштабируются практически линейно. Да? То есть это звучит громко, но в теории да. То есть вы можете масштабировать такие системы практически линейно. Какие-то известные e-commerce системы, фреймворки готовые, которые используют уже этот подход? Фреймворки есть, я их использовать не рекомендую, потому что написать свой очень просто. Для Event Store есть фреймворки, тоже грегоянговский. Приложение, то есть, я не знаю, ну вот наши, те, которые делаем мы, используют CQRS и элементы Event Sourcing. А есть какие-то минусы, может, тоже минусы какие-то этого подхода? Ну вот, например, Eventual Consistency, да, многие считают это минусом. То есть то, что редмодель запаздывает. Почему она запаздывает? Потому что вот эти вот projection'ы, да, они обычно работают асинхронно. То есть команда приходит в доменную модель, она обрабатывается, получается event. Event уходит в projection, клиент не ждет, пока projection обновится. Да? Это позволяет добиваться большой производительности в команд части. Но в то же время с этим нужно как-то жить в интерфейсе. Да? Вот, например, если бы моя модель была не такая производительная, то есть если бы я нажал cancel order,
то при перезагрузке страницы он бы мог еще быть не заканчен. Я бы нажал F5, он бы был уже заканчен. То есть я сейчас просто хендлю все ивенты синхронно, и поэтому все работает как надо. А если вы делаете это асинхронно, если у вас есть eventual consistency, то вам нужно как-то применять разные трюки, да? Ну, например, как в Facebook. Когда вы добавляете какой-то комментарий, он не ждет, пока этот комментарий запишется в MySQL базу Facebook, чтобы его показать вам. Он его просто сразу поставляет динамически в HTML, да? И вы его сразу видите. Поэтому, когда вы нажмете F5, вы можете не успеть, да? Не увидеть его. Это такие трюки. Или, например, когда пользователь что-то делает, другой такой трюк, его редиректят на другую страничку, в которой говорят там «Спасибо, ваши изменения записаны, приходите еще, вот кнопочка, нажмите и пойдете обратно». Да? То время, там, 500 миллисекунд, там, которые ему нужны, чтобы это все прокликать, достаточно для нашей ремодели, чтобы обновиться. Другие минусы. Довольно высокий порог вхождения, да, то есть начать писать такой код, начать использовать это и делать это правильно довольно сложно. То есть если вы зайдете в DDD CQRS группу в Гугле, есть такая группа, всем советую, если кто хочет разобраться, почитать, то там просто море всяких вопросов, писем, обсуждений и так далее. То есть это вещи, они довольно сложные. Почему? Потому что они сами по себе сложные, плюс потому что люди к этому не привыкли. Да, они привыкли работать с инвестиционными базами данных, они мыслят другими категориями. Поэтому, когда они переключаются на event sourcing, на CQRS, у них такой происходит небольшой разрыв шаблона, да, им сложно перестроиться и начать писать это по-другому, эти вещи. То есть, и очень сложно, очень просто сделать ошибку. Да. Ну, тут в частности, из-за того, что используется DDD, да, если мы модель задизайним неправильно, то это может привести к большим проблемам. Объяснить эти вещи джуниору очень просто. Да, как это все происходит, ну, как эти все вещи, как этот код работает. А сложно начать правильно это применять. Нужно прочитать книжку хотя бы DDD Эванса, да? Нужно прочитать, послушать все доклады Грега Янга, нужно набить всякие шишки, понять, как вообще это правильно делать. Ну, у меня это заняло, не знаю, пару месяцев. Предела совершенства нет. Но в то же время результат очень хороший, то есть мне очень нравится. Архитектура становится очень четкой, очень ограниченной, да, то есть очень хорошо работает в проектах, где команда очень несбалансированная, да, когда у вас есть какой-то очень скилловый разработчик и куча там бывших студентов, которые вчера там писали лабораторные. То есть, загоняя их в эти рамки, да, ты можешь поставить только команды и читать модель. Ты ограничиваешь им способы, с помощью которых они могут налажать. Да? То есть, в этом плане очень нравится. То есть, архитектура становится очень четкой, очень ограниченной, очень красивой и очень легко ее контролировать, да, ее развитие. То есть сразу видны какие-то вещи, когда что-то делается неправильно. Да, то есть, ну, да, то есть когда проект развивается долго, это очень выгодно. Вопросы есть? Нет? Давайте поблагодарим Сашу. Что ссылки? Я просто ссылки-то не показал, я выдернул. А код выложишь? Да, если можно презентацию код и... Код есть у меня на моем гитхабе, но, опять же, я как бы не первый источник, я советую всем идти вот Грега Янг, да, у него есть очень много на skillmaster.com, у него много презентаций, где он в 100 раз лучше меня это все объясняет на английском языке, правда, ну, куда деваться. А если Абдулин, тоже очень крутой чувак, у него есть свой блог, в котором он все обсуждают, эти все вещи. У него есть еще подкаст, называется Being the Worst, то есть быть самым худшим. И он там
их там очень много эпизодов, и он с самых азов, с самого начала движется вперед, обсуждает все темы, это очень помогает всем советам. Есть DDDC Securities группа. Опять же, и у Грега Янга, и у Рената, и у других людей есть GitHub аккаунт, и все это доступен, можно смотреть. Как будто. У меня есть тоже GitHub аккаунт, где я там. А есть твоя ссылка, твоя аккаунта? То есть, если вы зайдете на GitHub и посвящите Алекс сюда, то вы найдете мой единственный проект на GitHub. Здесь это все вижу.